Мамы же, они у нас у всех хорошие. Это человек, это самое дорогое, что у нас есть в этой жизни. Ну, главное, чтобы это отец не увидел, но мама, она на первом месте. Спасибо. И раньше было очень тяжело, потому что мы только переехали с селения в город. Сейчас вроде бы у нее, она ни в чем не нуждается. Ну вот, например, раньше, вот, когда мы с братом тренировались, ну, утром и вечером у нас тренировочные вещи дома грязные, там их же надо постирать, а мама стирает, а не было стиральной машины. А сейчас мы проходим, вещи закидываем, нажимаем кнопку, вещи стираются. Понимаешь, насколько сейчас легко? Да. Сейчас даже есть посудомоечная машина у нее. Слышишь? Сейчас даже у нее есть посудомоечная машина, ей даже не надо посуду мыть. Ставит посуду туда в машину, кнопку нажала, все. А раньше приходилось все своими руками делать. И еще не было горячей воды, холодной водой.